Всем привет, с вами Аурум, сейчас нахожусь на аккаунте инстакиллера, и это впервые в истории, когда один человек находится сразу, одновременно в двух кланах. Я не знаю, напишите в комментариях, если такое когда-нибудь было, но это fucking shit просто, это я не знаю что. Хорошо, давайте проверять эту тему, кликбейт ли это или нет, ну, типа я понимаю, что вам это удивительно странно, но go. Короче, клан VGamers KG, да, то есть... Есть, проверяем. Вот он, на 11 месте, все правильно, инстакиллер. Еще раз, я снимаю без монтажа, то есть никаких обрезок сейчас не будет. Мы перемещаемся в клан, нам нужно найти... Так, сейчас единственное, нужно мне подсмотреть. Клан называется Swords Game. То есть, еще раз, мы поняли, VGamers KG есть чувак, да? Нажимаем искать клан, Челодой маловек, знаете, есть мытончик на житро. Так, Sword Game. Нет, просто Sword Game. Окей. Sword Game. Наверное... Блин, подожди, стопэ. Ой, это будет... Что-то неправильно. Swords Game. Ой, не надо. Ну что ж ты такое творишь? Swords Game. Аурум, успокойся уже. Пьяный вечно. Так, Sword Games. Окей. Опускаемся ниже. Инстакиллер, ёб твою мать. Как это работает, ребятки? Как это работает? Напишите в комментариях, как вы думаете, что за херня? Ну, типа, вы понимаете, да? Еще раз, вот, типа, чувак находится в клане Swords Game. И выйти отсюда нет возможности. То есть, что за херня вообще? Причем... Принципиально важно, что с клана Swords Game его не могут кикнуть. То есть глава клана, соруки клана не могут его кикнуть с этого клана. И все, он находится одновременно в двух кланах. Это просто какой-то кромешный пипец. Еще не писали в службу поддержки, то есть все вот прям свежо. Хочу вам это все показать, заставить вас подумать, как это возможно. Вот напишите свои мысли в комментариях. Но у меня сразу есть одна мысль решения проблемы, помимо того, как писать службу поддержки. Я прямо сейчас предлагаю вам это замутить. То есть одновременно он находится в клане Swords Games и в клане VGamers KG. А что если мы нажмем кнопочку «Выйти», а? Кстати, интересно, а где вообще его клан? Вот какой его клан пишется вот тутоньки? Или где должен писаться его? Нет, ну правильно. По факту его клан — это VGamers, потому что когда мы заходим сюда, то пишет его клан VGamers. Еще по-другому можно посмотреть через топчик. Если зайти, вот, пожалуйста, всего трофея, видите, мы видим... VGamers KG пишет. То есть этот, вот тот второй клан, это какой-то немножечко баг. Вот если мы сейчас выйдем с VGamers, он по факту останется в Swords Game или нет? Давайте проверим. Он здесь обычный участник, поэтому... Да, давайте еще проверим, запись ли идет. Да, запись идет, хорошо, здесь звук идет, потому что вечно, мне кажется, паранойя, что сейчас все как с теми 300 сундуками провалится. Ладно, все, много говорит Аурум, как всегда. Нажимаем «Выйти». Ты точно хочешь выйти из клуба? Да. Клуб покинут, хорошо, клуб покинут. Заходим сюда. И здесь как будто он не в клубе. Хорошо, давайте введем Swords. Вы видели, да? Он как будто не в клубе. Я как будто фокусы какие-то показываю, ей-богу. Чувствую себя сейчас фокусником. Черт, это смешно. То есть он реально остался в Swords Games? А если вступить? Ты теперь в клубе. Ага. Так. Так, я теперь в клубе. И теперь я один здесь в клубе. А если выйти? Давайте посмотрим там, типа, чат клуба. Я даже не написано. Смотрите, что происходит, ёпта. Даже не написано, что я вступил. То есть вы поняли, да? Я вступаю, но не пишется, что я... Вот, смотрите, когда чувак с ником Блэд... что за дебильная херня? Когда чувак с ником Блэд вступил в клан, то его написало, что он как бы... Его написало. Это я дебильная херня, а не это, да? Его написало, что... Блэд Заноза вступает в клуб. Добро пожаловать. А когда мы вступили только что... что не написала. А теперь мы попытаемся выйти отсюда. И мне кажется, сейчас ситуация порешается сама собой. Swords Games, выйти. Есть, вышли. И теперь проверяем, есть ли... по-моему, все. Аурум порешал баг только что на Easy Game. Но все равно, тема классная же была, да? 96, я уже вижу. Пожалуйста, мы порешали, чувак. Я решил все твои проблемы, но реально, это единственный аккаунт, вот впервые в истории, когда аккаунт был одновременно в двух кланах. Причем кикнуть тот ак было нельзя, и это не визуальный баг, потому что физически на самом деле инстакиллер находился одновременно в двух кланах, ибо помните, когда мы вступили в клан, то не написало, что мы вступили, ибо мы уже там были. Короче, забавная тема. Надеюсь, это было и вам так же забавно, как и мне. Я проорал с этого знатно, потому что такого вроде бы, опять же, никогда не было, чтобы одновременно в двух кланах. Ну и я себя почувствовал в роли такого, типа, решателя багов, да, потому что мы сразу сегодня сделали так, что чувак порешал баг. Я думаю, что он сам уже зайдет в свой клан, который захочет. Ну а с вами был Аурум, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свое мнение на этот счет. Всем удачки, ребят!